слово норма, это она, как правило, среднестатистическая. То есть для людей нормы как таковой абсолютно не существует. Ну, есть определенное количество людей, которые так считают. И если они переваливают через определенный процент, то популяция называет это нормой. Ну, допустим, вы живете в России, если у девушки одновременно два мужа официальных, то это некое нарушение нормы, мы понимаем. А когда мы на север с вами поднимаемся, у девушки официально 7 мужей, то у нас шок с вами. А там, оказывается, популяция подстраивается под климатические условия, где невозможно прожить. Один мужчина просто не выдержит нагрузку, которая, ну, пожалуйста. Если мы с вами на восток уйдем, то у нас с вами опять крыша поедет, потому что если друг собирается на охоту, и я ему предлагаю взять с собой свою жену, а он не согласится, то он меня кровно обидит на всю жизнь. То есть вот форм взаимоотношений существует огромное количество. На Тибете, допустим, если девушка не представит доказательства, что она была с 20 мужчинами до создания Священного Союза, то она вообще не женщина. И по миру, и даже у нас в России огромное количество этих норм, существующих для определенного анклава нашей популяции. Всего разных обстоятельств. Это не разговор с нашей точки зрения, это сообразность с природным условием, сообразность тому, чтобы род эффективно продолжать.